Друзья, всем привет! Мы на Линц Гаттон 76, это налоговая, где очень много иммигрантов из СНГ, они получают карты. А мы с нашим клиентом, товарищем из СНГ, также провели вместе какое-то время. Прошло 3 недели после того, как подали документы, чуть-чуть больше. Но это мы сами не приехали, потому что у нас была поездка, такое видео-турне для канала в Чехию, в Грецию. Вот сейчас опять поедем в Мексику. Вот получена карта. Такая вот карточка с окошечком с двух сторон. Здесь номер, здесь дата выдачи. Выдана она до 23-го года, 4 месяц, 24 число. Здесь указан рост, здесь указан першон номер, данные, биометрические данные. Вот, ну, собственно, человек стал резидентом. Дальше через 5 лет он уже будет полноценным гражданином этой страны. Фактически открываются возможности для США, для Канады, для Австралии. Там больше 160, по-моему, стран без визы. Просто заполняете форму, отправляете. Ну, так же, как сейчас россияне делают для Мексики. Ну, а там уже все возможности, низкая кредитная ставка, бесплатные языки, бесплатные университеты, очень высокая пенсия, ну и так далее. Ну, с учетом того, что сейчас очень много людей из СНГ уезжают из своих стран, здесь, в том числе и Швеции, будет организовано большое комьюнити, где можно будет обращаться на русском языке, вам помогут. Планируем также познакомиться с блогерами, отслеживаем канал парня из Узбекистана, который ведет свой блог здесь, в Швеции. Очень, кстати, вот если он нас смотрит, хочу сказать, что очень классный контент. Очень многое можно увидеть на твоем канале. Вот, и если получится, может быть, что-то совместное сделаем, потому что у нас также сейчас планируется много видео из Швеции. Итак, ребята, будьте здесь, приезжайте в Скандинавию, трудоустраивайтесь и делайте свою жизнь лучше для себя, для своих детей, для своих родных, для своих друзей. Швеция очень хорошая альтернатива, классная страна, спокойная, консервативная, низкий уровень преступности, очень высокая социалка, достойное место. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, ну и следующее видео из Мексики. Всем всего доброго, пока!